В этой серии мемного обзора вы узнаете, откуда момент. В ноябре 2021 года пользователь Твиттера использовал известный шаблон Joey, в котором описал, что получил не совсем тот контент, подписавшись на классного художника. Дальнейшее быстрое распространение мема началось после публикации видео, в котором милый мем прервался появлением черепа на горящем фоне. В дальнейшем момент со скелетом завершился настолько, что его стали использовать как страшилку недоскример. А также, как и постиронию, практически в любом моменте. Ryan, look out! Теперь по поводу самого шаблона. Сам череп — это предмет из Скайрима, который помогает осуществлять призыв Дреммора в кузнице Атронахов. Музыка, играющая на фоне, это The School Gun из игры Kirby Mass Attack. Смысл мема в пранке, подмене в стиле рикролла или того же Роберта Паттинсона. Не забывайте про лайки, подписывайтесь на канал. До встречи!